Всем привет! Меня зовут Кононова Анна, с вами интернет-проект Faberlic Online. Сегодня мы с вами поговорим о нескольких новинках, которые мне понравились. Ну, я думаю, даже не о нескольких, а о целой кучке. В первую очередь, меня очень удивили вот такие вот классные мыла. Честное слово, я заказывала подарки на другом сайте. Думала, что у нас будет мало подарков, но компания Faberlic прям держит руку на пульсе. И такие мыла я буду заказывать уже еще в подарки, буду вкладывать. В общем, очень удивила не только тем, что мыло красивое, классное, но и у каждого мыла свой аромат. Вот это вот аромат называется «Сладкие традиции», фигурное мыло. Артикул у него, артикул у него 81,50, оно идет 75 грамм. Ну, это обычное такое мыло, классное, ручки мытья, но очень вкусно пахнет какими-то сладкими печеньками, классными сладкими печеньками. Следующее мыло, это идет в форме снежинки, да, смотрите, какие красивые узорчики, как все здорово. Оно пахнет такой свежестью и немножечко отдает ландышем, что ли. Ну, что-то есть немножечко, да, может быть, жасмин, не могу понять. Оно тоже очень приятно, оно называется «Зимняя сказка», оно более такой свежий у него аромат. Оно идет 60 грамм, артикул 81,56, просто удивила компания Faberlic. Я думаю, меня уже можно ничем не удивлять, но, как вы видите, опять-таки. А это символ года, такой пуделек. Кисленький такой, насыщенный вкус, не очень, как вам сказать, не сильно насыщенный кислый, а такой кисло-сладкий, что ли. Ну, такой приятный, мандаринки, может, апельсинчики. Нет, не могу понять. Ну, что-то такое фруктовое, цитрусовое. Да, то есть тоже, вот смотрите, символ года он называется. Артикул у него 81,57, оно идет 50 грамм, да, то есть граммовка у мыла разная. То есть вот эти вот печеньки, это мыло самое большое, 75 грамм, да, снежинка уже идет 60 грамм, а собачка идет 50 грамм, да, то есть разная граммовка. Классно, классно, оригинально, круто. Спасибо компании Faberlic за такие клевые новиночки. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такие вот глиттеры для век. Да, как вы видите, я их уже нанесла, немножечко потерла, посмотрела их стойкость. Да, как вы видите, тереть надо долго, чтобы что-то отвалилось. Да, на пальце, видите, практически ничего не остается. Видите, я тяну кожу, я их сворачиваю, я их мучаю, и они не отпадают. Смотрела видеоролики других блогеров, куда они их только не наносят. Они их наносят на, как вам даже сказать, наносят на концы ресниц, чтобы реснички лучше смотрелись, на внутренний уголок глаза наносит, да, то есть вот такая вот красота, смотрите, как он равномерно наносится с первого нанесения, то есть вот, вот так вот покрывает века и замерзает, и очень-очень стойкий, очень стойкий. Да, то есть, как вы видите, я потерла, и только тогда блестки начали уходить. Но века с такой силой, конечно же, тереть мы не будем, иначе мы его реально повредим. Да? То есть, вот он в один слой, в два слоя. Вот тоже классные такие глиттеры. Вот, наносят его и во внешнее основание глаза. Наносят их именно, да, вот смотрите, артикулы 1,50-83. Это золотистый и серебристый, и глиттер 51,85. У меня дочка, увидев эти глиттеры на столе, что она сделала? Говорит, божечки, как здорово, мама, я сейчас приду. Забрала у меня их, прибегает с открыткой и говорит, смотри, как классно. То есть она ими разрисовала открытку, я так понимаю, они вообще универсальные, я бы не догадалась, открытка была украшена просто на ура. Я говорю, Катерина, говорю, это же для глаз, для того, чтобы на Новый год наносить такой праздничный макияж. Она говорит, божечки, я бы не догадалась. Но и на открытке они тоже смотрятся здорово, да? Ну, для тех, кто желает мерцать, блистать, да, то есть глиттеры реально, вот я тут разрезала, да,
называется «Мерцание самоцветов» от марки Secret Story. Ну, все, что делается Secret Story, это, конечно, шедевр, шедевр, потому что это качественно, это люксовая линейка нашей компании. И, конечно же, здорово, да, то есть написано, что нанесите глиттеры в качестве теней на все верхнее веко для роскошного вечернего образа или используйте в качестве изящной блестящей подводки. То есть ими можно и подводку, да, то есть сначала черненькое, потом ими поверху, или просто ими поверху без подводки, да, то есть вот на самом деле и кончики ресничек девчонки умудряются сделать, да, вот серебристыми, и им тоже красиво, да, такими точечными нанесениями. Я посмотрела, что делают блогеры, это просто, прям, как даже сказать, огромное количество преимуществ у этих глиттеров, да, и они, как вы видите, очень-очень стойкие после высыхания. Можно потоньше нанести, можно в несколько слоев, да, вот тут два слоя, тут тоже два слоя, тут, как вы видите, один слой, да, то есть, как вам захочется. Далее, заказала я две таких красавицы помады. Это тоже новиночки, очень красивое зеркало, во-первых, тут есть, очень-очень удобно, да, видите мою камеру. Далее, что меня покорило, это мы нажимаем на кнопочку, и помада выпадает. Очень удобно. У этой помады артикул 44049. Конечно же, я заказала очень такой нежный оттенок. Я люблю такие нежные оттенки. Ну, показать вам само действие помады. Это полностью такая матовая помада красавица. Да, наносится она легко, она мягкая, приятная, она без мерцания идет. Матовые помады я всегда любила. Вот. И второй оттенок, да, то есть так вот защелкивается, покажу вам сразу. И второй оттеночек помады, это еще, ну, такая более насыщенная розовая, это 44048. Вот она идет в один слой, вот она идет в два слоя. То есть, смотрите, вообще здорово, девчонки ее очень хвалят. Вот, это уже как бы не по предзаказу, не по ВИПу. Я приехала поздно уже, а была на форуме сначала в Белоруссии. Там поздравляла своих директоров, Олю Тарасевич поздравила, Катюшу Тур поздравила, также поздравила Танюшу Русакову, она получила чек с серебряным директором. Ну, в общем, круто. Вот, жили мы у Кати Селиверстовой, она получила чек за директора, премию 55 тысяч рублей, если на наши русские перевести. Вот, конечно же, классно съездили, потом мы ездили в Казань, и в Казани уже, там тоже Ирина Николаевна получила чек за старшего директора у меня, и Наталья Порфирьева за директора чек получила. То есть как бы здорово покатались, и с новинками я в этом каталоге опоздала. Но сейчас мы полтора месяца никуда ездить не планируем, поэтому я буду снимать предзаказы своевременно, а то они лежали и ждали. Итак, сейчас палета для теней для век идет, да, вот тут, как вы видите, есть и состав, и артикул, и все. Вот, тоже палетка классная, праздничная, в алюминиевой упаковочке, довольно таки тяжелая. Артикул 5326, она очень удобная. Вот, оформлена тоже в зимних красках, да, тут девушка такая накрашена, красиво ухоженная, да, вот так вот было все это дело. Она идет на магнитиках, то есть она так просто не расстегнется. Тут была наклеечка, конечно же, которую я содрала. А далее, значит, большое удобное зеркало, как вы видите, да, то есть через это зеркало видно все. Все, что только пожелаете. Тут идет защитная пленочка. Также идет спонжик, который я уронила на пол. Да. Вот, также идет такой вот спонжик, смотрите, тоже очень удобный, 4 стороны, тоненький, можно делать подводку даже у глаза и все такое прочее. Но спонжики я не люблю, если честно, какие бы они классные ни были, я люблю кисточками пользоваться, тем более компания Faberlic отличные кисточки выпущены. Ну что ж, давайте тестировать. Первый оттеночек, вот эти два оттеночка, они идут так, вот такие вот красавчики. Так, этот оттеночек вот такой насыщенный, прямо синий, да. Это золотистый такой нежный оттеночек. Ну, а это моя палитра. Да, это белый классный такой. Так, это такой розово-белый
практически белый, да? Вот, смотрите, да? И вот этот голубенький оттеночек, вот такой вот, крошится немножко, да, как вы видите. Может быть, я сильно... Нет, не особо крошится. Тушуется тоже, как вы видите, нормально. Ну и давайте я сделаю свотчи. Да, вот белый оттеночек, да, пошел. Это синенький. Вот. Это такой вот. И давайте посмотрим синий оттенок. Как он будет тушеваться с губкой. Да, то есть, смотрите, хорошо ложится. Ровненько, аккуратненько. Без всякого там мусора, всего. Тушуется здорово. И давайте еще вот этот темный посмотрим. Конечно, он темен для меня. Не темен, а наоборот, слишком светлый. Мне не будет хватать этой палитры, чтобы, допустим, сделать вечерний макияж. Давайте еще в более светлое место куда-нибудь нанесу. Мне не хватит ее, но дневной макияж, в принципе, вот с синим цветом я сделаю легко. Да, вот. Ну, вот это, значит, мой отзыв. Очень-очень мне понравился именно вот этот вот оттенок. Очень прям красивый, насыщенный. Я такие люблю. Мои любимые тени, это, конечно же, в первую очередь, это Secret Story. Я их очень-очень прям обожаю. Ну, и эту палету я с удовольствием израсходую. Искрашу, но нормальная. Вот, по качеству лучше, чем самая первая палета, да, там, помните, что синий оттенок крошился, вот, а сейчас он абсолютно не крошится, палета переделана и стала более такая универсальная. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такие вот новиночки. Так, это не новинка, это я заказываю очень часто 20+ Aquasmart серию увлажняющий гель. Вокруг глаз нравится, очень нравится его воздействие, нравится, какие глазки становятся свеженькие, да. А вот тут идет состав, кому интересно, пожалуйста, я сфокусирую. А далее, да, то есть идет свежесть и сияние молодой кожи, да, то есть я не молодая, мне уже 34 года, но я им пользуюсь, он мне очень нравится. Тут есть комплекс Aquasmart, также экстракт семени льна, а также экстракт семян овса, креатин. Вот, который транспортирует влагу в кожу и способствует ее удержанию. Вот это, наверное, функция мне и нравится, потому что глазки свеженькие, такие хорошенькие. Далее идет экстракт ламинарий и комплекс из провитаминов В3, Е и провитамина В5, который способствует повышению упругости кожи и стимулирует выработку коллагена. То есть такой вот простенький кремчик, я его измажу, потом долго не заказываю, потом опять заказываю, он уже как бы в мои фавориты вошел. Легкий, через минут, ну я не знаю, минут через 5 вы уже можете наносить после него макияж. То есть очень удобно. Он не создает жирного какого-то блеска, еще что-то. Вот он такой вот легонький. Да, как вы видите, полупрозрачный. Пахнет свежо, классно. Вот так, не могу найти артикул у него. Так, артикул. В результате кожа наполняется влагой, выглядит свежей и упругой. Вот что нам говорит камера, коробочка, да, вот. Как бы, и его нужно наносить раз в 12 часов. Пролонгированное увлажнение, вот, да, значит, 8 мл. Вы знаете, что-то я не могу найти. А, вот артикул 0718. Вот, поэтому у кого есть проблемы там вот с увлажнением вокруг глаз, еще что-то, вот кремчик такой симпатичный, но он легкий, он не антивозрастной. Конечно же, девушкам уже после 30 лет нужно именно антивозрастной крем, но вот я к нему очень часто возвращаюсь, особенно летом. Да, вот сейчас после Доминиканы я очень часто, значит, начала пользоваться им, он у меня закончился, и я заказала второй. Мне хочется именно увлажнить глазки после вот этого вот жгучего 10-дневного солнышка. Далее, очень классная новинка. Это идет бальзам
для губ, филлер, который после нанесения которого мгновенно придается объем и сияние. На самом деле так, и если им пользоваться на ночь каждый день, то ваш контур губ будет четким. Это я смотрела, во-первых, обзор от медика, во-вторых, этот обзор от медика мне посоветовала посмотреть Екатерина Сильверстрова, директор проекта Фаберлик Онлайн с нашей структуры, вот, с нашего проекта. Вот, и там сказано, вот эта женщина говорит, что если им пользоваться ежедневно, то контур губ будет все четче и четче. И на самом деле он разглаживает, он увеличивает объем. Я не скажу, что сильно увеличивает, просто губки становятся пухлее, ярче, но не намного, не намного. Я не заметила прям супер вау эффекта, чтобы там губами мы с вами зашлепали. Нет, такого не будет. Вот, контур губ более четкий, да, текстура создает эффект влажных губ, да, да, и после него даже вот любую помаду наносить одно удовольствие, губки мягкие такие, разглаженные становятся, приятные, то есть у него в принципе много функций, или вы губки подготавливаете к нанесению помады и совсем чуть-чуть его наносите и ждете, да, минуты 3. Или вы пользуетесь им как самостоятельные бесцветные средства, которое будет увеличивать объем губ, делать контуру губ четким, да, то есть у вас губки будут просто аппетитнее, аппетитнее, вкуснее. Чуть-чуть немножечко есть жжение губ, но оно очень-очень еле чувствуется. Это вот если сидеть, ничего не делать и вот сконцентрироваться на ощущениях, тогда вот еле-еле вы почувствуете какое-то немножечко покалывание, жжение, ну не жжение даже, а такое редкое-редкое покалывание. Далее, очень рада вот такой новинке, уже ее испробовала, но тут написано, что значительно уменьшает глубину мимических морщин. Да, то есть это сыворотка для лица с артикулом 1039. Вот вы знаете, я как бы не заметила, что с первого раза оно уменьшило, да, тут написано прям с первого раза. Эксклюзивный активный компонент тут в состав входит, который воздействует как мощный миорелаксант и с первого применения устраняет эффект гусиных лапок. Гусиные лапки, да, устраняет, но вот более глубокие морщинки мимические, такие как на лбу, например, я не знаю, сколько раз им надо попользоваться, чтобы они уменьшились, да, то есть разглаживает морщины, восстанавливает механические свойства коллагеновых волокон и клеток кожи, рибобластов и подтягивает контуры лица. Буду пробовать, если закажу еще раз, то вы будете уже знать, что эта вещь супер. Итак, вот он так открывается, вот он такой, как водичка, да, голубенькая. Наносится легко, просто, вообще никаких ощущений нет, ни плохих, ни хороших, просто немножечко холодно от водички, да, такое ощущение охлаждения, и потом он не оставляет ни жирных блесков, ни следа от себя, ничего, впитывается буквально менее чем за 15-20 секунд, такая вот тут кнопочка идет, да, то есть вы можете набирать. Вот я сейчас полный, прям видите, полный набрала. И точечно капать на лицо и наносить его. В принципе, нанесение удобное. До самого кончика идет вот эта вот стеклянная, да, стеклянная пипеточка. И получается, что вы полностью до самого конца, без всяких проблем, сможете его израсходовать. Видите, прям до конца оно вот идет до дна, прям касается дна. Поэтому, я думаю, будет очень удобно. Довольна этой новинкой. Такой новинки в компании Faberlic еще нету. Да, сыворотка для лица интенсивного действия. Beauty Love. Будем пользоваться обязательно. Сказала ли я артикул, да, то есть тут 20 грамм этой сыворотки идет. Вот. Открытая она годна 8 месяцев. С даты изготовления 36 месяцев. То есть срок годности тоже очень длинный. Так. А с артикулом что-то как-то проблемы, как будто его нет. Угу. А вот артикул 10.39. По-моему, на коробочках. А вот он. 10.39, простите.
Вот. Ну и последнюю новинку, которую я хочу показать в этом видео, остальное сниму в следующем уже, чтобы видео не было слишком длинным. Вот это вот этот вот красавчик, крем-блер. У меня еще есть его старая версия, еще осталось 2 тюбика неизрасходованных. Вот, хочу сказать, что я просто покорена этим кремом, его эффектом, но он чуть-чуть, немножко он подсушивает кожу, и лучше его наносить на какой-либо из дневных кремов. Вот, что этот крем делает, да, то есть реально это не только эффект фотошопа, хотя тут указано, что фотошоп. Сестра у меня ему не доверяла, она пришла ко мне домой и говорит: «Аня, что-то он такой дорогой, почти 1000 рублей стоит, можно я у тебя его попробую?» Вот, значит, мы его попробовали и намазали половину ее лица. Она была просто восхищена, она была просто удивлена, она не могла насмотреться в зеркало, потому что эффект, разница огромнейшая. Фотографии выходят намного лучше, и визуально человек даже без фото выглядит намного лучше, да. Это супер средство для качественных селфи без ретуши и фильтров. Словно ластик, за 1 секунду стирает морщины, маскирует расширенные поры и прочее несовершенство кожи. Да, значит, мгновенно выравнивает тон кожи, придает ей гладкость и бархатистость. Да, содержит кислородный комплекс, который не препятствует дыханию кожи. Ну, я думаю, что да. Я не знаю, как это проверить. Да, без задушки и консервантов. Да. Что делает именно блер крем? Он мгновенно придает коже бархатистость и матирует без эффекта маски. Да, да, да. То есть это не тональный крем. Если у вас, допустим, на лице есть, ну, не дай бог, но какой-нибудь ярко-алый прыщ, он его сделает розовым, он его не сделает незаметным. Да, то есть это блер крем, это такая вещь, которая делает вашу кожу натуральной, такой же, как и до его нанесения, но более гладкой, ровной, свежей и совершенной. Да, вот я так сказала, да. А далее, значит, матирует без эффекта маски. Благодаря шелковистой текстуре крем скользит по коже и легко распределяется. Да-да-да, он очень такой ласковый, приятный. Обеспечивает ощущение комфорта в течение всего дня. Да, идеальное средство для создания эффекта натурального макияжа. Вы выглядите свежо и естественно, без особых усилий. На самом деле, да. Вот, значит, содержит особую формулу активных компонентов, которые рассеивают свет в разных направлениях. Но само лицо у вас светиться вообще не будет, вообще никак не будет светиться, оно будет матовым, но ровным. Вот я даже не знаю, как это передать, но очень-очень хороший крем, классный крем. Все, кто его пробовал, и в комментариях, и в личку пишут: «Аня, спасибо за то, что ты его посоветовала. Это просто вещь, это находка лично для меня». Вот, значит, крем-блер не только улучшает внешний вид кожи, но и ухаживает за ней. То есть там есть кислородный комплекс Новофтемо-2, который увеличивает содержание кислорода в коже, увеличивает действие активных ингредиентов. Вот такая классная штука. Его нужно ставить наоборот, да, и пользоваться им наоборот. Ну, по крайней мере, старая версия была такой. Артикул 1049. Давайте сейчас с вами посмотрим. Да, вот сюда я на руку нанесу его. И вот пошла наносить, да, то есть видите, он так легко наносится, распределяется. Знаете, такое чувство, что по какой-то водичке рука скользит. Очень такое приятное ощущение. И лицо, оно меняет до неузнаваемости. Понятно, что вживую вы увидите больше, чем на камеру. Но сейчас я уже вижу, что моя загорелая кожа, да, стала более такой приятный, более светлый, появился более такой розовый оттеночек по сравнению с этой кожей. И лицо она преображает, особенно вот все вот эти вот круги под глазами, синяки под глазами, мешки под глазами, они все становятся ровными-ровными, такими разглаженными-разглаженными. То есть, ну, вообще, и вот это для меня от компании Faberlic находка, и я считаю, что это недорого, да, вот он около 900 рублей старая версия стоила, сейчас я просто его добавила в корзину, честно скажу, не посмотрела на цену, может быть, он стал и дороже. Но вещь просто обалденная. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Пробуйте новинки,
Новинки просто отличные, просто удивительные, просто классные. Особенно мыло меня очень удивило, очень поразило, потому что обычно компания Faberlic не делала раньше такого мыла. Это новинка именно для компании Faberlic — делать фигурное мыло с различными ароматами. Ну просто здорово. Надеюсь, что на День Святого Валентина нам компания Faberlic сделает сердечки какие-нибудь, да, там, может быть, каких-то ангелочков, да, мыло на 23 февраля. Еще что-то сделает, да, чтобы дорогие дамы могли подарить своим мужчинам, да, то есть на какие-то там праздники сделает классное мыло. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. С вами была Коннова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вы на канал подписались, и может быть вам нравятся мои обзоры, то можете нажать на колокольчик, и вас YouTube будет оповещать о том, что у меня выпущено новое видео.